полоса должна не закрываться. Следующая остановка – второй Пенюринский проспект. Уважаемые пассажиры, войдя в салон, не забывайте своевременно оплачивать свой проезд кондуктору. Прикладывайте бесконтактные смарт-карты к передаточному. Обращаем ваше внимание, что кондуктор имеет право проверять бесконтактные смарт-карты валидаторов контролера. При этом поездки с картой не считываются. При контроле оплаты проезда крупными проездными билетами без фотографии необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность.